Всем здравствуйте, всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами посмотрим мой заказ по второму каталогу 2017 года от Avon. Каталог выглядел, все знают как. В нем было очень хорошее предложение по помадам. Помады у меня заказали. За эти помады пришли комплименты. Сейчас все вам быстренько покажу. Хочу начать с набора из 5 средств. Он был, как всегда, в конце. Стоил 379 рублей. И у меня его заказали. Кстати... Нет, все правильно. Начну с пены, она самая высокая. Вторым средством пена была аромат розы, самая обычная пена эйвонская, она хорошая, но я лично розу, например, не люблю. Также здесь был очень хороший гель для душа в этом наборе. Дивная сказка. Кремовый. Единственное, девочки говорят, что очень быстро надоедает аромат. Я бы не сказала, например. Изюминкой этого набора была, естественно, питательная маска от Advanced Techniques. Очень хорошие маски. У них вообще эту серию я очень люблю. И самое дорогое в этой серии, в этом наборе, именно эта маска. Также здесь было хорошее средство для интимной гигиены. Очищающий гель для, для женской интимной гигиены. Извините, пожалуйста, я только получила заказ и... Честно говоря, чуть-чуть растерянная, потому что объясню почему, поэтому я так, может быть, чуть-чуть нескладно говорю. И последнее средство из набора – это маска-пленка для лица, огурец и чайное дерево. Я люблю маски-пленки, у этой серии конкретно я очень люблю аромат, поэтому пользовалась и скрабом, и гелем для умывания. Хорошая серия, хороший такой свеженький ароматик здесь, у этой серии. Я вот не знаю, может быть, раздражают эти свечи. Если они вас раздражают, напишите, пожалуйста, потому что у меня было такое, что я поставила снеговиков мигающих, и они вот моих зрителей раздражали. Главное, чтобы зритель не страдал. Также из гелей для душа у меня заказали большой гель для душа. Дивная сказка. Здесь уже литр, по-моему. Ой, 0, извините, 500 миллилитров. Он стоил 139 рублей. Я большие гели для душа не люблю, потому что, во-первых, их не очень удобно хранить на полочках, а во-вторых, на самом деле, вот большой точно мне надоест. Из больших также тар у меня заказали вот такой 700 миллилитров «Небесная гармония». Девочки купили это средство на работу себе, и они его будут использовать как жидкое мыло, поставят около как умывальника. Здесь уже не видно. Вот так. Также заказали у меня вот такой гель для душа «Моменты безмятежности». Также он кремообразный, он очень приятно пахнет. Здесь у нас восточные орхидеи и малина. Кстати, вот у меня такого геля для душа не было ни разу. Но мне кажется, надо исправить. Я вот думаю, может, мне все-таки... Давайте-ка я уберу эти свечечки. Посмотрели и хватит. Потому что мне все-таки кажется, что они раздражают чуть-чуть взгляд. Далее у меня заказали два набора для мужчин, которые назывались Extreme. В него входил шампунь-гель для душа с дезодорирующим эффектом и увлажняющий гель для бритья. Купили эти наборы на подарок на Новый год и стоили эти наборы... 169 рублей. Кстати, вообще, мне кажется, очень дешево, потому что у мужчин очень дорогие эти всякие средства, их для бритья особенно. Вот, дальше. Также заказали у меня... сейчас вспомню, это в наборе или нет. Нет, не в наборе, просто два крема для рук «Забота глицерина», также на подарки на Новый год. Так как у нас в нашей области мы два каталога опережаем Россию, тот каталог, который предназначен для 23 февраля, у нас используется для того, чтобы дарить эти подарки на Новый год. Из темы для волос у меня заказали шампунь и ополаскиватель, но один с драгоценными маслами, а второй... Это у нас для всех типов волос. Не знаю, по какому принципу выбирала клиентка, но ей так захотелось. Там спрятала я маску.
Вот. Дальше. Я заказала себе по баллам сухой шампунь, а клиентка заказала у меня в каталоге сухой шампунь. Называется «До обновления дизайна и после». А по этому каталогу шампунь стоил 229 рублей. Но я, вы знаете, что хочу сказать, что и до, и после стало, было хорошо и стало хорошо. То есть у меня нет такого. Единственное, вот здесь очень плохая крышка. Даже в коробке крышка отвалилась. Вообще неплотно сидит. Дальше. То, из-за чего я растеряна. В общем, у меня такая очень специфическая клиентка заказала набор, обновлен, ну, новинка, по-моему, это в каталоге, X-Series Research. И пришло вместо трех продуктов два. В общем, должно было быть... Во-первых, выглядит оно почему-то не так, насколько я понимаю. Здесь как-то по-серому, здесь по-фиолетовому. Бальзам после бритья, гель для бритья и шампунь-гель здесь должен был быть. А пришел... О, боже, я вообще что-то не понимаю. А пришло вообще все не то. Даже... А, в общем, эта водичка... Вот как это вообще, я не понимаю. Ну, короче, пришел только шампунь, да, я правильно понимаю? Да, только шампунь. Эта вода вообще не входит в этот набор. Я, короче, не знаю, что я буду делать с этой клиенткой. Я очень сильно расстроилась, потому что мне было главное, чтобы ее заказ пришел. Потому что она переделывала заказ 6 раз. То есть она сначала одно хотела заказать, другое. И это по-любому на подарок. Я не знаю, как я буду перед ней оправдываться, что я ей скажу. И самое интересное, по счет фактуре все пришло. То есть по-любому платить буду я. Короче, как всегда, я... Даже боюсь говорить мужу, потому что мне кажется, что он скажет, что до свидули вообще Эйвону. Я заказала себе, на последних страницах были очень хорошие цены на эту серию. Это мыло по 49 рублей было. Я как дополнение к новогоднему подарку, я очень люблю сама мыло и дарить тоже люблю мыло. Заказали у меня девочки пенку, розовый букет. Мой муж, когда понюхал, сказал, что пахнет мыльными пузыриками. Также из больших я пропустила. Девочки, у меня тоже на в это же... господи. На работу тоже, в общем, вместо крема для рук. Они взяли этот бальзам и тоже будут на своем рабочем месте поставят и будут все пользоваться из-за помпы. Ну, кстати, здесь помпы очень хорошие в этих средствах. Я не знаю, видно его или нет, но... И также у меня заказали жидкое мыло «Аромат тайны» «Экзотическая роза и жасмин». Хочу понюхать. У меня такого тоже не было. А, нет, был. Ой, ой, ой. Прям очень сильно. Ну вот розу в уходовых средствах не люблю вообще. Катастрофически. Дальше, что касается Avon Naturals. Заказали у меня этот спрей. Очень его любят. Каждый заказ у меня есть. И тоник, который тоже очень любят, лепестки роз. Что касается меня, спрей я использую только для того, чтобы пахло в комнате. Иногда, потому что у меня нет такого ярого желания. Для лица 100% не использую, просто потому что я вообще не привыкла пользоваться такими средствами для лица. А для тела, если честно, зимой у меня нет такого желания... делать, хотеть, чтобы кожа была мокрая. Зимой, наоборот, хочется согреться. Также с серии Clear Skin у меня заказали очищающее средство быстрого действия при проблемной коже. Это средство моя клиентка заказывает не первый раз. Сейчас я открою и покажу, как оно выглядит. Оно, кстати, идет внутри тоже с инструкцией. У него крышка хорошая, вот эта открывающаяся. И здесь у нас 75 миллилитров. Любит очень она эту серию и, в принципе, старается каждый раз, когда заказывает, когда делает заказ, что-то заказывать из этой серии. Я, кстати, тоже к этой серии очень уважительно отношусь. Те, у кого есть проблемы, она, эта серия реально может решить проблему с кожей. Дальше. Новинку у меня заказали «Сокровища пустыни», масло для косметического ухода. Давайте понюхаем. Потому что я... Это новинка, первый раз у меня такое заказывают. Ой. А что здесь с марокканским органовым маслом? Ну, если честно, пахнет...
мужским средством для ухода, типа бальзама для бритья. Ну, пахнет приятно. Чувствуется, что здесь есть масло. Аромат такой очень косметический. Если честно, то такой аромат мне встречался в салоне. Вот когда заходишь, аромат дорогого салона красоты. Я не знаю, поймут ли меня девочки. У меня вообще специфический... Я специфически объясняю ароматы. Вот. Дальше. Заказала у меня подруга маску для волос. А Планета Спа, роскошное обновление. Если бы я знала, что в этом следующем, в третьем каталоге будет намного выгоднее купить ее, я бы, конечно, ее отговорила. Она у меня ее купила за 285 рублей. Маска шикарная, просто отлично работает на волосах. На моих волосах вообще, я когда первый раз ею воспользовалась, я думала, что это вообще не моя голова и не мои волосы. Отличная маска, стоит своих денег, просто когда есть выгодные предложения, лучше, конечно, их подождать. Также у меня заказали тональную основу от Color Trend. Долго тоже клиентка думала, что приобрести. Здесь очень мало миллилитров, я смотрю, 30. И шла она без коробочки, она пришла мне вот в таком виде. Если честно, то для меня это очень белый. Она хотела взять флюид. Кстати, я флюидом сейчас пользуюсь, и, если честно, я им осталась вообще недовольна. В плане того, что он невидимая вуаль, когда наносишь на руку, я согласна. Текстура очень такая легкая, кажется, что будет невидимо, но почему-то он ложится на кожу пятнами, подчеркивает все на коже. То есть я думала, что у меня ничего нет, я нанесла его, у меня не кожа, у меня корка какая-то получилась, и у носа есть, на носу нет, короче, как-то он облазит, что ли, либо, я не знаю, короче, потому что я думала, может быть, вопрос в том, что я нанесла до него. Я пока осталась очень недовольна, пока... Мой отзыв отрицательный об этом флюиде. Если кто-то думает, приобретать или нет, пока лучше не приобретайте. И также я купила себе, что-то я соскучилась по этим эйвонским маскам, Avon Naturals, которые... И у меня такой не было, это с витаминным комплексом грейпфрут и маракуйя. Она смываемая, если я правильно помню. Да, тщательно смойте, она трехдневная. Я ее спокойно открываю, потому что она моя. Ой, пахнет очень приятно. Очень приятно, но тут написано грейпфрут и маракуйя, а мне пахнет манго как будто. Ну, в общем, очень хорошенькие эти масочки, они такие как баловство для меня. Я их использую не как маску, а как бальзам для волос, если честно, потому что... Ну, кстати, она перемотана скотчем здесь, чтобы не открылась. Ну и давайте приступим к самому интересному, это помады и комплименты. Кстати, девочки, у меня заказали помады, три клиентки заказали помады вот с этих страниц. Первых. И две клиентки у меня заказали помады не с этих страниц. Одна клиентка у меня заказала, сейчас я вам покажу, вот с этой страницы, то есть 71-й. А одна клиентка... А, да, две клиентки заказали у меня матовые помады. В общем, я не знаю, как так получилось, но прислали мне 4 комплимента. Мне вот интересно, помады шли... Нет, помада «Матовое превосходство» по 259 рублей. То есть они заплатят у меня по 259 рублей, но их тоже посчитали как, в общем, комплименты мне все равно прислали. Купи две помады, получи комплимент-сюрприз. Помады не только с этих страниц, а вообще со всего каталога. А что касается помад, смогу показать только две, потому что только две мои. Я себе тоже заказала. Почему бы нет? Хорошая была цена. Итак, какие не мои? In the Bath. У меня заказали Шик. Она у меня, кстати, есть. Я могу вам показать. Сейчас я вам покажу. Она у меня есть. Ну, давай, фокусируйся. Он, вообще-то без разницы. Там написано Шик. Сейчас я вам покажу. Вот она. Хорошая помада, я ее использую, мне нравится она. Дальше у меня заказали латте, если уж говорить правильно. Тоже тут написано просто латте, не хочу терять время. Дальше у меня заказали Peach Flatters. Вот это как раз помада, которая была из серии «Матовое превосходство». Называется он на русском персиковый, этот оттенок. У меня такая с ним
интересная история произошла. У меня заказала одна подружка, вторая увидела ее в городе с этим оттенком и заказала срочно такую же. Berry Blast, тоже матовая помада, ягодный коктейль называется. Также, что у меня еще заказали? Не могу найти. Вот, Made for Movie. Made for Movie переводится как, не знаю, сейчас скажу. Лиловая орхидея. Кстати, 3D объем, вроде они должны выглядеть беленькими, а она черненькая. 3D объем. А, она беленькая под этим. Все, я поняла. А то я уже напугалась тоже. И... Все, остальные мои. Правильно я понимаю? Да. А нет, еще одна должна быть. Вот одна. И еще одна In The Buff. Она тоже у нас 3D объем. И это телесный. Первая помада. In The Buff. В общем, один комплимент, второй комплимент, третий комплимент. Ну и мои помады. Я заказала себе Stolen Kisses. Честно говоря, даже не помню, из какой серии, вообще ничего не помню. Я так как-то заказывала, знаете, в последний момент, думаю, блин, розово-лиловый. Тоже я заказала 3D объем, потому что читала очень много хороших отзывов. Итак, розово-лиловый. Давайте посмотрим, что же это за розово-лиловый. Первый раз у меня помада из этой серии. Я подсела тут что-то на обзоры эйвонских помад на YouTube. Очень. Мне пахнет очень приятно. И мне, если честно, нравится, как выглядит. Очень красивая помада. Но вы знаете, вот у нее все равно, она не матовая, она как будто с перламутром. Очень приятная помада. И вторая в оттенке Berry Ruby. Это у нас переводится как... Berry Ruby. Я даже не знаю тоже, из какой серии заказала вообще. Девочки, простите меня, я не могу найти, как она называется по-русски. В общем, покажу вам. Тут еще и не очень-то видно, тут эти... это совершенство, наверное, я поэтому поняла. Да, совершенство. Сейчас скажу, как же я не могу найти. Чистый рубин нашла, наконец-то. О, такая у меня тоже первая. Ого. Ну, это такая вечерняя на выход. Если честно, я днем такие не ношу. Сейчас посмотрим. Ой. Это наносится, кстати, она такая очень мягкая помада. Ну, в общем, я своими довольна. У меня таких нет еще, и поэтому надо же начинать как-то. Это очень такая будет нежная на губах. Это вечерняя. Шикарные помады, я довольна. Тем более за 359 рублей две помады вообще шикарно, по-моему. Итак, что касается комплиментов. Кстати, как сейчас выбирать подарки, кому какой положить, я вообще не представляю. Первое, что мне пришло, это пудра «Спокойное сияние», тональная пудра для лица, как и нарисована на картинке. Вот она, на картинке она нарисована, она мне пришла. Далее, второй комплимент, который мне пришел, это лак для ногтей Berry Shimmer. Кстати, он тоже нарисован на картинке. Вот он, если я правильно поняла. Я не буду открывать, все знают, как выглядит пудра, все знают, как выглядит лак. Третье, что мне пришло, это гель для душа, фиалка и личи. Очень, да, сопоставимые вообще подарки, комплименты. И четвертое, тут вообще та-да-да-да, мне пришла вот такая коробка. Здесь находятся две игрушки, которые можно разрисовывать фломастером.
фломастер тоже пришел, но, если честно, комплимент такой довольно-таки. Вот сам фломастер, здесь все так хорошо упаковано. И вот игрушки. Одна клиентка смотрит мой YouTube-канал, я ей предложу на выбор подарок, потому что ей, в общем, разрешается, потому что она является моей подписчицей. Еще одна клиентка, вот у нее было предпочтение, и посмотрим, может быть, получится так, что не совпадут их желания. Ну, а остальным положу так. Один из комплиментов мне, слава богу, тот, что останется. Еще у меня заказали два карандашика Coral Desire. Очень у меня любит их клиентка. Я вам сейчас покажу один. Она заказывает у меня на протяжении 2 лет только карандаши и помаду. Одну и ту же. Она говорит, что на 10 лет пользуется этими карандашами и помадами, и, в общем, очень любит. Хороший такой классический красный оттенок. И вот сам карандаш, она очень им довольна. Девочки, которые не пользовались карандашами от Avon, попробуйте, потому что это проверено годами. В общем, у меня не фокусируется сегодня что-то вообще. Что делать с этим набором, я вообще не знаю. Сейчас мне нужно будет все расформировать по пакетам. Как быть? В счет-фактуре ничего не указано. Что-нибудь придумаю. В общем, как всегда, это был обзор заказа. Сейчас я, естественно, сниму каталог, все выложу. Я надеюсь, я вам была полезна. Всем пока-пока. Всех с наступающим Новым годом. Пишите ваши комментарии, обязательно отвечу. Пишите ваши вопросы. И если вам понравилось это видео, ставьте класс. Пока-пока.